Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня прилетела интересная посылочка. Это умные детские часики Q528, которые имеют на борту камеру лицевую, имеют фонарик. И заказал их в голубом и в таком интересно-желто, из такого можно назвать, цвете. Давайте вскрывать и смотреть. Заказываю специально для видео, чтобы покупатели, которые заказывают на AliExpress, видели, что покупают, и проверить заодно продавца. Продавец новый. Так. А может, это другая модель? Нет, Q528. Смотрите. Маркированные идут в зеленой коробке. И цвет нарисован вот желтый. Это оригинальная коробка. А это вот голубенький. Также маркировочка Q528. И компания называется Hold Me. Интересный новый чувачок. Наверное, мужичок. Потому что отвечает, лялякает быстро. Я с ним общался. В подарок, смотрите, что он нам дает. Он нам в подарок дает две пленки на дисплее. Цена такая же. У других продавцов, например, такая. Я не помню, почему я их брал. Врать не буду. Ссылки сразу вот здесь будут. А здесь будут на одного продавца. А здесь потом дальше на второго, которых я уже покупал. Так вот, у этих всех трех продавцов цена приблизительно одинаковая, разница в 10 центов. Но у этого в подарок были еще пленки на дисплей. Это есть хорошо. Также он просит поставить ему 5 звезд, если все нам понравится. Плюс вашему ребенку он дарит вот такие вот переводки. Я специально смотрел на AliExpress. Один листик таких переводок стоит 0,40 центов. Мелочи, а приятно, повторяюсь еще раз. Переходим к часикам. Вот эти вот пленки я дарю своим покупателям, потому что я за них ничего не платил. Вот так они пришли в голубом цвете. По комплектации USB, микро-USB кабель. Инструкция, мануал. На английском языке. С QR-кодом. Для скачивания приложения. Под эти часики. Версия должна была быть не английская. Сейчас я проверю, не обманул ли меня продавец. Потому что каждый раз, как на пороховой бочке, покупаешь и не знаешь, что тебе пришлют. Так, сразу идет транспортировочная пленка. Сзади у нас есть IMEI-код и QR-код для регистрации часов в сети. На правой грани мы имеем кнопка поднятия трубки, кнопка включения, фонарик диодный. И вот здесь в верхнем углу спряталась камера. Не знаю, заряжены или нет. 18 дней летела посылочка. Да, за 18 дней прилетела. Вот эта сенсорная кнопка, как на iPhone Home. Да, все на русском языке. Давайте я, наверное, приближу вот так. Ну, давайте смотреть. Я приблизил, что есть в данных часиках. Есть вот такая сенсорная заставочка. Свайпом вниз протягиваем, попадаем в менюшку главную. Первая – телефонная книга. Здесь будут записаны номера, которые вы внесете в программку C-Tracker. Дальше есть игра на счет. 1 плюс 1 – 0, неправильно. 1 плюс 1 – неправильно. 0 плюс 2 – правильно. 4 минус 4 – правильно. 4 – правильно. Неправильно. Ну, типа я ошибся, все, игра закончилась. Дальше. Сейчас закончится игра. И переходим дальше. Микрочат. Здесь вы можете общаться с ребенком. Зажимает ребенок, отсылает, что-то говорит. Часы записывают, он раз, и пошла отправочка к вам. Очень удобно. Дальше. Есть фонарик. Очень ярко светит. Сейчас я вам продемонстрирую. Смотрите, как ярко светит фонарик. Так что в темное время суток вашему ребенку не будет страшно.
Выключаем, выходим. Дальше есть у нас камера. Камера сейчас фотографирую и что-то вам покажу. Так. И все это можно посмотреть в альбоме. Так, это получилось плохое качество. Сейчас сфотографирую получше. Сфотографировал получше, сейчас покажу. Смотрите, все четко фотографирует, камера 1,3 мегапикселя. Эту фотографию он может приложить к сообщению, отправить ее к вам. Дальше, также можем, если нам не надо, она просто ее удалить. Все делается очень просто. Дальше, если у вас есть часики такого образца, они могут между собой подружиться. Вот такой веселый карапуз на заставочке. Значит, с левой стороны у нас вставляется симка. Сейчас давайте я выключу и покажу, как они звонят. Сейчас, наверное, сделаю поменьше вот так, чтобы вам виднее было. Открыли заглушки. И вставляем вот так золотом вверх. Здесь у нас используется микросим. Не наносим, слава богу. И аккуратненько до щелчка заталкиваем ее вовнутрь. И справа у нас находится первый, это микро-USB разъем для заряда данных часиков. Теперь включаем. И сейчас постараюсь на них позвонить. Алло. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Можно делать громкость меньше, можно больше. Раз, два, три. Проверка часов. Как мы видим, связь очень громкая. Так что вашему ребенку будет все прекрасно слышно. Тут есть GPS, тут есть интернет. И вот показано, что полная шкала, что хороший, уверенный прием. Батарейку мы сейчас подзарядим, так как 18 дней летело. И отправится покупателю. И второй цвет, который я ждал, это у нас желтый цвет. Покажу сразу. Давно я пытался его заказать, но никак не доходили руки. Вот такой желто-черный. Очень модно смотрится, смотрите, ребята. Может, они прилетели, наверное, разряженные. Поставлю на зарядку. Ну, вот так выглядят они в желтом цвете. Желтый, черный ремень. Вот так выглядит голубой. И сейчас принесу с первой посылочки в розовом цвете, чтобы показать все три, как они выглядят. Сходил я за розовыми часиками. Вот так они выглядят, смотрите. Вот это у нас розовые часы. Это с предыдущих обзоров. Я уже их не вскрываю на обзор, потому что я их постоянно получаю. Есть розовые, есть голубенькие и есть желтенькие. Вот такие вот три пары. Продавцов я вам ссылочки скину. Посмотрите, у кого выгоднее, у того и купите. Все продавцы четкие, все общаются, поэтому можете спокойно покупать. У всех трех продавцов я покупал. Все, ребята, всем спасибо, кто остается со мной. Ставим пальцы вверх, остаемся на моем канале. Ссылки на продаванов внизу. Всем пока-пока.